И к новостям спорта. В Махачкале выявляли лучших в 10 весовых категориях. В дагестанской столице прошло республиканское первенство по вольной борьбе. Участники сильнейшие, борьба за победу отчаянная. Об итогах расскажет Кажимурат Зиудинов. В отборе на республиканское первенство участвовало более 250 юных вольников. Получив порцию наставления от прославленных дагестанских борцов в ходе церемонии открытия, юноши взялись за дело. Как признаются организаторы, в турнире участвовали все сильнейшие 17-летние борцы столичных спортшкол и прилегающих поселков. Вольная борьба у нас один из приоритетных видов спорта. И важно, что этот турнир, это первенство является отборочным для участия наших ребят, представителей города Махачкалы, уже в республиканских соревнованиях. Борьба очень ожесточенная, интересные схватки проходят, и видно, что ребята настроены на победу. Практически со всеми спортсменами пришли их тренера поддержать этих ребят. Это важно, когда есть такая именно составляющая взаимодействия тренера и спортсмена. Тогда однозначно результат будет. Традиционно в лидерах среди махачкалинских борцов представители спортшколы имени Гамида Гамидова и школы высшего спортивного мастерства имени Али Алиева. За путевки на первенство Дагестана с ними конкурировали борцы спортклубов имени Абдул-Рашида Садулаева и «Динамо». Конечная цель организаторов – отобрать к республиканскому первенству достойную столичную сборную. Уровень неплохой, ребята подготовились неплохо. Предстоящий зональный первенство, за ним идет первенство Дагестана, поэтому ребята хорошо подготовились. Выявились победители, призеры, осталось их подготовить к первенству Дагестана. То есть конечный этап этих соревнований будет из КФО, Россия и далее первенство мира. По итогам двух дней состязания определились победители в 10 весовых категорий. Имена обладателей заветных путевок на республиканское первенство на ваших экранах. Турнир пройдет в начале февраля в Хасавюрте. Каджимурат Зиудинов, Руслан Салихов, Рамазан Амаров и Юсуп Гази Амаров. Время новостей.